Приветствую всех, с вами Сенсей. Давайте попробуем продолжить игру. Сделал я чуть посветлее. Может быть, еще придется убавлять. Смотрите, Резик 4 ремейк. Первая часть обрубленная, но вторая будет уже нормальная. Коротковатая первая часть. Так, первый взгляд. Также оптимизацию закачал. Тоже смотрите. И восьмой резик, смотрите, я его покажу. Тоже от третьего лица. И что вы его мешаете, господин? Похоже, червяк осмелел. Чё-то я уж светло сделал. Черт, конечно, это должно было случиться. Но что-то слишком рано. Ох, да, милый. Слишком светло. У ассасинов везде свои люди. Рано. Но теперь у нас есть преимущество, верно? Перестраживающий этого ассасина. Пусть сдохнет. От ассасина? Сейчас вы тут все отсосините. Ну давай, играть я хочу уже. Господин, половина... Так, надо немножко потемнее сделать. И, видать, я лишака убил. На 2 единицы. На 1 надо было. Блять, чтобы докопаться до истины... Ну что это? Вот, что это за настройка такая, блять? Или светло, или сразу темно? Но все равно это более приемлемо, мне кажется. Но у меня где-то есть светлее. Давайте вот так немножко посветлее. Так, а куда мне идти-то? Я что-то понять не могу. Подождите, эти мерзавцы-то, блядь. А, мерзавцы. Где вы? Так, давайте на карту. А. Ну это вот, это вонючая помойка их, конечно, мне тоже не очень зашло. По сюжету интересно, но помойка мне это не зашла, потому что она помойка, понимаете? Блин, я уже забыл, какие кнопки, что делать. Красный на красном, блин, нормально сделано. Конечно. Давай, скалолазка моя. Так, где их двое-то? Один, что ли, здесь сидит? Сред, что ли, здесь сидит? Так, давайте одного вот этого, да? Вот их тут двое челышни-то, блин. Куда, кстати, идти-то нам? Вот туда, да? Что, висяки будем ловить, что ли? Скоро устанет. Внимание! Да хорош орать-то, блядь. Животные, блядь. Ну давай, колотушник. Эх ты, блядь, он не держит удар-то этот, да. Сдох я, блядь, ёпта. С этими рывками вонючими, да. Я думал, он сейчас удержит удар. Хрен удержал, блядь. Его хрен он удержал. Как пропустить-то, блядь? Я слышал от надежных людей, что здесь бродит ассасины. Но, господин, половина наших людей сейчас воюет с нищими. Ну, сейчас должна нормально пойти. Ты всегда в этой игре такое было, блядь. Выходи, какой трус. Бы ты не поставил бы какое-нибудь железо, блядь, всегда такая дресня. А дым есть. Да что ты, блядь, не... неповоротливый скотина. Блядь, смотри, не дает он мне завалить этого черта, блядь. Ёб твою мать, нахуй. Прыгай ему на башку-то, блядь. Блять! Застрял в говне каком-то, блять. Смотрите-ка, я что-то не могу разобраться.
Как жизнь мне, блядь, тратить? А, по-моему, С, С у меня жизнь-то, блядь. Лорд! Почему у меня нажимается какая-то херота, господин... блядь? Все, забыл господин... я уже игру, господин... сколько я не заливал ее. Резик сейчас этот... На... Вот она, да? С, блядь, С просто надо нажать, да. Я вроде нажимал С-то. Говно ты это выскакивал-то. Йоу, как гонщик, бля, по этим тоннелям, блядь. Сразу прыгай, блядь, сразу, да. На свинью какую-нибудь. Не остановись! Остановить его! Блядь, вот этот жирный меня задрал, блядь. Мешок этот еще. Смотрите, смотрите, блядь, разошелся, блядь. Сука, убей эту тварь, блядь. Свинота, блядь, жирная, блядь. Вы видели, прям еда у нее из него, блядь, блещет там. Сука, сидят они тут, блядь. Прочат, да. Костры жгут, блядь. Кто это орёт там, блядь, я не пойму, да. А? Так, куда я? Все, я уже потерялся, блядь. Потерялся я это. Блять, карта тоже ни хрена не видать. Че, куда идти, блядь? Вроде правильно. Глядите в опа! Опа, жопа, блядь. Ну! А, блядь, я думаю, что это устал-то? Это заставка была, блядь. Смотрите, это Казимота, блядь. Ну, прыгаем. Прыгаем. Блядь. Прыгаем. Держать строй, не отступать. Эй! Теперь ясно, что стало с посланцем Белье. Блять, вот эти заставки убьют, блять, пока они проходят, эти заставки, блять. Что вы, хренососники, блять. А этот дурак-то стоит, смотри. Как уворачиваться-то? Я уж, блядь, забыл. Все уворачиваться как? Все полагаетесь на свои дурацкие скрытые ножички? Да? Вот такой я. Ножички эти сейчас буду в твои печёночки, блядь. Вот и ты! Я тебя вижу. А как его, этого дурака-то, блядь, чурбана-то, блядь, завалить-то? У меня ведь нету... Чё, блядь? Выхода у тебя нет! Где я, блядь? Господи... Тебя убил. Как до него добраться-то? Я что-то... А подожди. Ну покажись, сукин сын! Сбился, блядь. Как слазить-то? А, блядь, не по-моему. Что блядь, как... за трофей ты мне принёс? Да спрыгни ты уже! Господи ты, боже мой! Чурбаньё, блядь, понапёрло с периферии, блядь. Вон там два узбека, блядь, стоят, блядь. Блядь. Как карты, блядь. Кажется, ты не так ловок, как думал. Да куда ты нахуй? Вот теперь стояки ловить тут, блядь. Лёжа, блядь. В диване, блядь. Как этого чурбана-то, блядь, достать его? Смотрите, там еще какая-то мерзость, блядь. Вот, вот там через дыру, там через эту. Кстати, я как раз туда бегал, блядь. Вот она, лесенка. А, еще друг. Где же ты? Как тут все? Блять, да что ты нахуй, не могу залезть, блядь. Долбоящер. Это плохо. Сука. Где вот этот, блядь, чебурек, блядь? Полагаетесь на свои дурацкие скрытые ножки. Опа! Чу! Чу! Вот чу-чу, блядь! Убегаем! Быстрее!
Все, ножички, блядь. Вот такой, таким ножом. Не хотел ты, блядь, по-нормальному, блядь. Ты видел, я тебя обограл, блядь. Теперь на, сука, ножички, блядь. Туземец. У моих подданных глаза повсюду по себе. Я предлагаю их знания вашим. Погнали дальше. Наш городский, блядь. Одной ебанашки меньше стало. Вступайте. Грызутся крысы. Вот глупец. Придушить бы его. Твой господин был бы счастлив устроить это. Король. Вы видели в помойке он какой, блядь? В середине унитаза, блядь, можно сказать. Что, вот это вся помойка, это унитаз он сидел, блядь. Трон. Уходи. Кончен. Телосер мертв. Великий магистр. Дипес. Хорошо. Вон, конвульсию. Мерзавец, а мерзавец. Все, теперь отсюда как-то выйти надо. Вот что к делу, блядь. И поскорее из этой помойки вылезти. Все, по-моему, это дальше будет. Че, я не попадаю, что ли? Я не понять не могу, блядь. А, наверное, нажимать на другую, вон ту хренотень, блядь, нажимать. Открыл, блядь, смотрите, все-таки попал, блядь. Я боюсь даже туда прыгать вниз. Может, повиснет, блядь. Блядь, он сейчас коленки себе отобьет, блядь. И ляжки обосрет. Сюда прыгают на эту клетку. Все, все, сваливаем отсюда. Все, потерялись. Бежать. По-моему, все, помойки закончатся сейчас. Закончится. Никогда не закончится. Тресняет. Ё-моё, это что это, блядь, здесь? Ташкент, блядь. Они парятся, что ли, здесь? Баня у них, блядь. Баня они, что ли? Проклятый дым. Срутся. Как можно что-нибудь найти в таком чаду? Опа! Баранья жопа ты. О, смотри, смотри. Ёх ты, блядь, туземцы, блядь. Я сейчас вас тут буду щелкать, как орехи, блядь. Да какие орехи? Как... Зёрнышки. Может, это сволочь у нас побудет? Ёх ты, блядь! Я сколько уже играю в эти игры, блядь. Я первый раз такое увидел. С подкатом, блядь. Реально ни разу не видел, блядь. Даже не... Не пробовал, блядь. Конечно, где-то это есть, но... Ну, для меня-то этого нет. Сучёныш, блядь. Рубанул мне, блядь, по плечу. Да куда идти-то, я не пойму, блядь. Сюда вроде я все правильно бегу. Чё это за отметки-то, блядь? Посрать. Искать. Вот это помойки-то, он... Я сейчас задохнусь, наверное, здесь, нет? Как? А, вон через эту дыру-то, блядь. Уже что, блядь? Все правильно, я туда должен был залазить. И что, эти колодцы только сработали, что ли? Я не пойму, но... Есть, блядь, блядь. Шустрый парень. Вода в унитазе, блядь. Где мы? Уже. Ну дальше-то, я помню, интереснее будет. Там всякие задания интересные, да. Он, по-моему, напорится, как свинья тут. Чё-то, блядь. Пожрётся, блядь. Пьяный будет шарохаться. Это длинная игра, между прочим. Очень длинная, блядь, я помню. На трон? Ты еще DLC, да, прикрутили, миллиард. Ни один я не играл. Место оказалось вакантно, и я занял его. Молниеносно, тело еще не остыло. Ну, я начал действовать чуть заранее.
И когда вы впервые появились во дворе чудес? Это было подло. Ваш враг мертв, так что все честно. Ты ж подфартунил ему, блин. Да, наследие у вас что надо. Иди трахни. Заметили, да? Что ж, вы довольны? Мертвы это мужчины. Вы обрели покой и прочий вздор. В помойке люди живут, в помойке, блин. Каждый раз думаю, что я на шаг ближе к истине, но вижу лишь еще один слой грязи. Такие нарядные побои. Заговоры, интриги, напряжение нарастает. Как там вот, сифон, бородач, сифон. И вот вам завязка чудного романа. Меня устроят сведения. Столь ем. Сифон и борода. И уже столь серьезно. Что ж, удачи вам. Полагаю, это вы уже видели. Чего? Откуда он у вас? Принес один из моих верных подданных. Знак почтения, скажем так. Любопытная вещь. Давай и сюда. Похоже, я знаю, какой. Да поставь ему пирота в бок. Таким оружием убили месье де Лассер. Полагаю, вы это уже знаете. Почему умолчали? Понимаете ли, наша жизнь зиждется на любознательности. Представьте, что человек сразу узнает все, что его интересует. Он попросту разучится задавать вопросы. Или вообще готовая девка, видели? Ведь невежество не тяготит. Вообще готовая. В теории. Вообще, где она там, она мастера зовут потерялась. Франсуа Тома Жермен. Его такую и не захочешь, но она вообще мертвая. Благодарю. Зомби. Удачи. Зато диван у нее тут приличный, да? У того трон был хуже, диван лучше. Так, подождите, я что-то потерялся. Как это с карты включается? Ничего вообще не включается, вот. Так, какие-то предметы, не пойму, чего это. Че ты? Кто такой, блядь? Че ты чурбан, блядь? Качественный, блядь. Расты какие-то, блядь, ждали, да. Пристраивается там сзади, вы видели? Настроить, что такое настроить. А что им? А где у меня очки-то? 5 штук, ничего себе, сейчас мы. Че это такое? Тайники какие-то. Нахер мне эти тайники, блин. Здоровье надо качнуть, мне кажется. Это нельзя открыть, да пока. А где смерть-то? Он на башку-то прыгает, блядь. Где эта вся херня, блядь? А? Блин, смотрите, спик. Здесь приемов-то до хрена, собственно говоря, блядь. Я не знаю, чё, блин. Обосрали, блядь, всю игру, да. Сами же разработчики, блядь. Тупорезы, блядь. Покупаем, чёртовой матери, блядь. Не задумываясь. Почему я вообще сразу не купил эту дрянь? Маскировка? Ну давайте, блядь, 6, ничего себе, вы чё, блядь? Жлобы, блядь. Чё это такое? Давайте возьмём, будем лупить всех подряд, блядь. Ну всё, я не люблю это, копаться в этом говне, сидишь как это, блядь. Весь измажешься, руки, всё течёт с тебя, блядь. А это что такое? А, снаряжение, блядь. Чё, у меня вроде и так нормально все оружие там. Я ничего не буду здесь ковыряться, все, надоело, блядь. Защиту он еще может посмотреть. Пояс он мудрости, блядь. Чё, вот стойкость, давайте вот эту стойкость.
Че там потратил? На что, блин, наверное, еще можно было бы круче взять. Ноги, блядь. Чьи ноги? Его ноги-то. Надо, чтобы и то было. Эх, и нифига себе, вот это ноги, блядь. Это не ноги уже, а руки. Сука. Блядь, как меня это бесит нахрен. Все эти покупки эти все. Предплечья, блядь, давай возьмемся за них. Давайте вот, вот так, что ли, сделаем. Все, ладно, мужик, пойдем отсюда. А? Может, вот еще груди закроем. Может, получше что-то есть? Да? Ух ты, тут уже хватанул я, блядь. Ишака. А, это у меня сейчас, еб, да? Все, нахер. Помойка ваша там, нахрен, надоела. Куда идти-то, блядь? Где я вообще? Вот я. Голубой. Голубые ели. Чё они ели там? Это мне нравится. Вот он, ассасин, понимаете? Это последняя игра, которая мне зашла. Все, потом мне ничего не зашло. Да. Чё-то мне все настроить. Зачем он мне показывает настроить-то, я не пойму. Вот это задание-то, господи ты, боже мой. Я что-то вообще куда-то... А, давайте эту как вернем на этой дресне-то. На каталке-то, блядь. Раскатаем сейчас вот это дело. Где она у меня, каталка-то? Вот она. Да? Ой, блядь, зачем ты сюда поставил? Да как это? Ту-ту! Разбойник Томас. Блять, смертник-акробат, блять. А чё такое у меня не получилось, я не пойму. Он вот снизу уже, ну и ладно, блять. Чё это у меня за прыжок? Прыжок, блять, козла, я давай. Эх, и дурила, блять, картонная. Вот видите, как я, блять. А чё это там ещё было какое-то быстрое перемещение? Смотрите, как-то. Вот здесь где-то, во. Сейчас опять на какую-то херню сядем, блядь. Куда? Вы откуда и куда, блядь? Сука, блядь, не бойся, блядь. Ёх ты, блядь, петушина, блядь, идет. Смотрите, петух, нет, гам просто, блядь. Сука, насрут ему птиц туда, блядь, в это гнездо, блядь. Куда я вообще переместился, блядь? Я что-то вообще понять не могу в этой игре, блядь. Где это? Задание-то, блядь. Куда-то я реально улетел, блядь. Ай, сука. Что делать-то, блядь? Где я, блядь? Вот перекачка-то, блядь. Летучка-то, вот она. Я не пойму, задание куда делать? Куда карта-то вся делась, блядь? Обалдеть. Чё это за глюки, блядь, я не пойму. Я что-то сосать не могу, куда я вообще переместился-то, блядь? А? Может, я вообще не в той игре сейчас? Другого ассасина какого-то играю. Мне не нравится. Такие петухи-петухи ходят здесь, блядь. Я понять не могу, в чем дело-то? Куда бежать-то, блядь? А?
Может, карту здесь надо открыть, да? Как я оказался-то, блядь? Здесь вообще, да? Может, переместиться, может быть, что-нибудь изменится, блядь? Как я вообще... Где я нахожусь, на? Чудеса, блядь. Хотя, блядь, я карту все включу. Может, у меня карта какая-то маленькая, блядь? Никуда она больше почему-то не двигается, на. А? Чё не так-то, блядь? Обалдеть, блядь. Так. Блядь, я вообще переместился куда-то даже... А если я сейчас нажму перемещение? Так как я нажму перемещение? Где я вот сейчас? Опять в новом месте как-то. Ни хрена. Чё делать-то, блядь, а? Давайте так же переместимся. Какой-то участок может вот этот быстро перемещение. Чё это за черная метка-то, блядь? Какую-то деревню я лупанул, блядь. Село Большое Дышло, блядь. Чё я сюда? О, я смотрю, как я вижу зверей, блядь. Так мне интересно, блядь, а где я вообще был-то, блядь? Блядь, как я вообще попал? Я игрок такой, конечно, блядь. Мама, не горюй нахрен. Играть. Куда улетел? Я вообще такого никогда не видел, блядь. Эти черные метки, они, наверное, специально какие-то другие территории осматривают. Я могу чем-то помочь? Что за место? Оно ведет в святилище. Ты там должен был вопрос задать. Это, конечно, не парадный вход в Сен-Шапель. Зато наше. Раньше его использовали наши шпионы. Тоже курица какая-то. Но сейчас тут полная разруха. Вам помочь? Если узнаю что-то полезное, тут же сообщу. И вам стоит поговорить с управляющим. Этому зданию не помешает ремонт. Сиськи тут развесило. У меня сейчас немного туго с деньгами. У вас есть доход от кафе, используйте его, как сочтете нужным. Деньги в сундучке, он стоит на столе в кабинете. А чем больше вложено в дело... Тем больше доход. Да. И, кстати говоря... Для нас было бы весьма недурно охватить и другие кварталы города. Да ясно. Какая ты умная, блядь. Вот такие отобьют ведь, блядь. Бабу мужика-то. Так, как раз там поделывается курица. Охренеть не встать, блядь, я играю, блядь. Да это всегда так, я в этом отсосине, блядь. Забрать выручку. Куда нам вообще надо-то? Я он где-то говнина это где-то летает, я не вижу, где. Блять, вот это мишени эти вонючие, да. Где она, эта мишень-то? Где-то, блядь, подземелье в каком-то. Да? Бачушки, блядь, поездка, а что это поездка? Ну ладно, блядь. Так, как мне, а, вниз надо в эту. Тресню в эту спуститься, блядь. Ну, чего, прыгай, блядь. Убежище это поганое. Надо это жизнюшки, что ли, да, прибрать к рукам, блядь. Вон этот хобот стоит здесь, блядь. Как поживаете, друг? Давай-ка посмотрим, что у тебя там, блядь. Попомни все и... Больше ничего мне не надо от тебя, дурашлёп ты, блядь. Вонючая пизда. Опять к главарям идём. Ссутся они там, сидят, да срутся, блядь. А я тут все задания выполняю. Ладно, хоть он здесь бежит, блядь. Хоть тихо, но бежит, а... Все, уснул нахер, блядь. Вставай! Ну и видок. Пожалуйста. Уже много месяцев я воюю с братством, национальным собранием и королем. Вы верите в это? Политического чутья у них не больше, чем у недалеких крестьян из деревенского совета. Готовый, блядь. Поэтому так и выгляжу, юноша. Да вы все тут такой. Не хотел обидеть, учитель. Просто волнуюсь. Да что я, Арно?
Плач о Франции. Хватит о политике. С какими-то вестями? Что с убийцами де ла Сера? Король нищих мертв. При нем было это. Покойся с миром. Ну еще отпой иди его. Незачем такой вещи гнить в склепе. Отпой. Носи его с честью. Спасибо. Буду. Что за задание? Король нищих и Север были лишь пешками в большой игре. Кто-то навел их на месье де ла Сера. Тамплиеры все усложняют, да? И что тебе известно о загадочном гроссмейстере? Есть подсказка. Оружие, которым убили де ла Сера. Булавка, работы ювелира Жермена. Но при чем тут он, я не знаю. Твоя задача ясна. Найди ювелира и выясни его роль. А вы продолжайте пить, блядь. И жрать кактусы, блядь. Это игра, видите, вроде немножко так прокачается и перестает это лагать-то, блядь. То есть она лупила-то, лагала-то, мам, не горюй, но. А раньше, я помню, играл всегда лагал. Брат, я тут. Чуть-чуть местности проходишь, и все, и пошло-поехало, блядь. Сродни. Ляшки-машачки. Петушьё. 70 кадров. Так. Эй! Давайте посмотрим, куда нам надо. Вон. Вот это двигать, вот эту всю говнину. Пока я еще никак не разберусь. Так, вот у меня переход быстрый. Мы сейчас нырнем туда нам быстренько, блядь. Вот топориком сейчас прыгнем, блядь. Смотри, смотри. Я тут раз полетел, блядь. В прошлый раз я ему крылышки подрезал, блядь. Топориком, блядь, вернул он меня. Помните это сосед? Трясневый это, блядь. Блядь, по пизде все пошло, блядь. Дурило. А прикиньте, он бы не разбился, блядь. Встал вот такой, побежал, вот там прыгнул. Гражданин. Ой, чё-то я на хака пробил. Я сегодня ухайдакался с этим резиком, блядь. Он меня тупил. Оказывается, я даже слишком в памяти забил. Потому что я тройку всегда ставил, насколько я помню. И тут просто машинально не заметил. Настроек много. Тройка, и думаю, тройка нормальная. Оказывается, никогда не нормально. Показывает нормально. Включаешь в ОБС, и все, и пошло-поехало. Хрен в рот. Я кривжу. Однако странные дела тут творятся. Вы что, обалдели, что ли? Что, куда надо мне идти? Блин, тут вообще... Я считаю, это самый сложный ассасин. Из ассасинов всех, блядь, это самый сложный. Мне так кажется, я не знаю. Напишите какой-то самый сложный. Гражданин, мне кажется... остановись! Я даже не подошел к тебе, чурпан. Эй, эй, вот сейчас я уже слышу, что я тебе. Тебе поляшка, блядь, сейчас. Давай все свои деньги. Блядь, гандони сюда. Да, вот тебе вот так тебе, слегка, блядь. Ну, накурился, блядь. Черт ты, блядь. Вонючка американская. Французка. Все, они там, смотрите, там пастбище этих олигофренов, блядь. И мне надо разобраться, что там дым, как переключить? Дым. Дым у меня есть, я вижу. Курить этот дым надо. Вместе с ними тут, блядь. Докурю. Чё мне надо-то вообще сделать это? Двери какие-то сломайте. Че я не понял, безумие какие-то, нахрен мне ваши безумие. Иди сюда! Бадонов! Нельзя на моем участке! Суки, блядь. Мне вот этот понравился, чувак, блядь.
буду это вычистить. Нам, по-моему, сюда вот надо, блин. Это кажется. Не кажется так. Куда ты? Сначала жив, на фонаре висеть будешь, оттуда так тонуть. Блять, жирного. Да, ты! Подожди, я его убью-то, сучерныш, ты, блять, какой, сука! За ним! За ним, блять! И сам побежал, черт за ним туда, блядь. Иди сюда, Санина, блядь. За ним, блядь, он побежал от меня, блядь. Думал бежать. Да. Их ты, блядь, шею свернул, увидели, блядь. Стой! Блядь, эти дуборезы, блядь. Второй стоит, блядь, смотрит на меня, блядь. Чё это тут делает, блядь? Так нельзя курить, ёпта, ребята. Оба, вы видели, блядь, я... Опередил эту плюху, блядь. Жирную сминоту. Она может быть и несложной, если все качать, прокачать. А я ведь тоже в ней ни хрена не качал, блядь. Не раскачивал ничего, блядь. Меня бесит эти взломы, блядь. Просто убивает, блядь. И зачем вот я открыл дверь? Кому от этого стало лучше, блядь? Я идти-то не знаю куда, блядь. Вот в чем дело. Куда идти-то вообще, блядь? Блядь, сам знает куда. Месье Жермен? Вот этот, тупица, блядь. Ювелир? Ювелир вонючий. Боже. Я провел тут вечер. И не показано было, боже, что он там стоит. Спасите. Сперва расскажите мне об этом. Потом. Расскажу, когда выберемся. А сейчас бежим. Че, его держат? Пока нет стражи. Ладно, насильно, блядь? Нет. Главный вход под наблюдением. Нам придется спуститься. Спуститься, тогда блядь? Тогда за мной. Только тихо. Ну да что ты? Задержись-ка! Быстрее не можешь? А ты... Вы чё, ребята, блядь, у вас есть... Как их хватать-то, блядь, я уже не помню, наверное. Как их хватать-то, блядь? Ну чтоб как щитом-то закрываться, блядь. Вроде пробел, блядь. Надо было по-тихому идти, а это сразу обезьяна какая-то заметила меня. А стрелять-то он меня не стреляет, у меня какие-то вон там дротики есть. Стреляет он у меня, блядь. Чурка ты, блядь. Чё такое, блядь, я не пойму, чё случилось-то, блядь? Блядь, всё, камера потерялась, блядь. Они, видите, блядь, не стоят ни хрена, эти чурки, блядь. Не ждут, блядь, а плевать, они нападают, блядь, когда хотят, нахуй. Давай в жопу ты ему ткни, блядь, этой палкой, сука, вручалкой, блядь. Я все никак не завалю эту... Блядь, мне некогда даже смотреть там, сколько у меня жизни осталось, блядь. Дротики-котики. Давайте попробуем сейчас этот дротиком-то. Я чуть никак не задрочу, блядь, этим дротиком, блядь. Послышалось? Сучёныш какой, блядь, чёрный, блядь. Идёт, что ли, нет? Блядь, идёт. Я его выковырю, нет? Интересно. Вот этот мерзавец, блядь, меня всегда замечал, да? Опа! Сука, в печень прям. Вот еще один
ебать. Что? Я думал, сейчас на стол допрыгнет. Да жди ты, блядь, бежать, тупица, блядь. Чё он им сказал? Ждите? Или не бздите, блядь? Чё ты им сказал, блядь? Ничего себе тут, блядь, ораву, видите, блядь, сколько с народу, блядь? Кишечник целый, блядь. Чёрт. Боже, да кто это делает? А? Вот он, буксарь. Вот так как-то. Блять, не собирай ты ничего, давай этому, блять, спорим брюхо. Жирный парфоз. Да! Шейку матки, блядь. Смотрите, там это. Задрочил, блядь. Сюда! Вы слышали, что он там, блядь, базарит? Ну, нахуй меня послал, блядь. Похоже, на то. Скоты, блядь. Собирай тут все это, монетки-то с ним, блядь. Все какахи, блядь. И этих тоже, блядь, ёпта. Живность, блядь, в шей тоже, нахуй. Соберет сейчас, блядь. Пять этих замки, блядь, поганые. И... гнильё, блядь. Всё, ёпта! Две стрелы у меня, блядь. Сразу этого! Чебуреков этих забивай нахуй туда. Да чего ты тут, блядь, вертухай, блядь? Вы видели, он вертушки тут крутит, блядь. Тут яйца надо крутить им, блядь, а он сюда вертушки крутит. Ну, сука, зимогор, блядь. Бестолковый, ну. Этот, блядь, черт у меня сейчас добегается, блядь. Стой на месте, кукла, блядь. Ждите. Резиновая. Ждите и не бздите, блядь. Так, да вот я уберу, а вот этого нас начал. Да чё ты, блядь, не убил ты его? Раздавлю, прыщ! Послушай, гражданин! Чёрт возьми! Где бежишь? Ты мой! Где они? А вот и я. Эх ты, блядь, свинот! Вы увидели, блядь? Жердяй, блядь, что творит, блядь? Как я встаю, блядь, он бьет! Вы видели, блядь? Я только встаю, он бьет, а в этот момент, блядь. Все заново, нахуй. Кабанов этих, блядь, валить. Ты чё стоишь-то, блядь? Тупица, блядь. За ним! Перекинь его туда, нахуй, чё. За мной. Конечно, блядь. Вы чё? Туз бубенный, блядь. Подождите. Сейчас я соберу тут говнину всю эту. Уходим, блядь. Уходим. Чурбанье, блядь. Шустрые ребятки-то, да? Убью тебя.
ты заходи туда, бля, он не заходит, ёпта. Он накуренный, накуренный, блядь. За мной. Хорошо. Чё за мной, блядь? Теперь надо это, арбалет-то я припасно. На всякий случай. Стойте. Блядь, жестокая игрушка-то, блядь. Я ж помню нахрен, что здесь не так все просто, блядь. Корячилка еще та. Самая сложная игра. Я думаю, что это самая сложная, блядь. А может тут через балкон пройти? Нахер мы тут, блядь, пойдем тут замки-то эти ломать. Хрен там, блядь. Ночевал. Тут с этими трясущими руками, блядь, после этих драк, там. Еще открываю замки, блядь. Вы, ребята, блядь, даете, блядь, напридумывали тут, на победоносцы, блядь. Эти цены для богатеев. Берегитесь. Обоих сразу лупи. Вы смотрите, что это такое, блядь. Что это такое, блядь. Че, блядь, тут? У меня какие-то глюки тут, нахуй, пошли, блядь. Симбара, блядь. Погоди-ка. Не хуй ждать, да. И сразу. Что было? Дайте ей бубенцы, блядь. Что случилось? Смотрите, это вообще курильщик. Гляну, что там. Глянь. Сейчас я тебе гляну. Не очень ты и хотел. Вот он я. Вот, видел? Все, мужик, да. Куда ты на меня падаешь-то? Ну все, может пойдем? Плевать. Выходим сюда. Блять, далеко дошли, блядь. Че за херня такая, блядь? Че он не идет, этот чурбан-то, блядь? Че это за говнина, блядь, такая, ёпта? Чё ты, видать, никого-то не убил, что ли? Ну все, блядь, задрали они это уже. Туземцы, блядь, давайте это, на этом остановимся, нахрен уже, плевать тянет нам. Всего доброго, берегите себя, до новых встреч.